Добро пожаловать в Парадисо, сеньоры. Благодарю вас за то, что посетили мой отель. Предстоящая операция позволит нам занять главенствующее положение во всей Колумбии. Прежде чем мы приступим, небольшая демонстрация. Мы всегда были и будем на шаг впереди полиции. Ну, конечно. Поэтому сейчас мне точно известно, что за нами следят. Что? Но это не повод для беспокойства. Ракета! Ракета! Иди проверь, на чем я остановился. Вот черт! Ты смотри, как полыхает! Я туда не полезу! А зачем? Там вынюхивать нечего! В таком огне даже робокоп не выживет! Мне отсюда видно! Все мертвы! Ну ни хрена себе! Один живой! Робокоп? Эй, мужик, ты чё, с войны вернулся? Мне нужно позвонить. Судя по звукам с крыши, звонить тебе надо в похоронное бюро. Якоб, мне нужно связаться со штабом. Когда они не дрыгаются, браслеты надеть легче, да? Телефон! Ладно, ладно, пошли. Я буду снаружи. Что у вас там происходит? Мы потеряли сигнал. У этих гадов базука. Солгада и Брока мертвы. Черт, сгорели дотла. Мы потеряли пятерых, чтобы выяснить, где эти ублюдки собираются. А ты все провалил. Оставайся на месте. Мы прибудем через минуту, и я лично... Надо кое-кого подстрелить. Что? Даже думать не смей, идиот. Я прибежу за гадом. Мать!
Как ситуация? Все чисто. Я тебя...
Я всегда выживал. Выживу и на этот раз. Корбет, самые важные объекты ускользнули. В следующий раз ложаться нельзя. А, наш новый герой Матадор. Убийца из отеля Парадисо. Я бы тебя поздравил, если бы из-за тебя не погибло столько ребят. Габриэль, это твой кабинет? Нет, капитан. Нет? Так выйди. Прошу прощения. Лейтенант Монтега, видите ли, со странностями. Но прекрасный оперативник. Садитесь, пожалуйста. Они мало что оставили в отеле Парадисо. Кроме этого, фабрика Рока Балавера закрылась 5 лет назад. Недавно мы проверяли ее окрестности и поняли, что там слишком уж тихо. Ни бездомных, ни наркоманов. Все окна наглухо заколочены. Но здание по-прежнему потребляет электричество. Понимаете, что это значит? Хорошо спрятанная нарколаборатория. Именно. Нам нужно уничтожить лабораторию, не привлекая внимания. Надо тихо пробраться в здание, заложить взрывчатку и незаметно выбраться. Это ваше задание. Не проблема. Как вас назвал Габриэль? Матадор. Вам подходит.